В ситуационном зале Главного управления МЧС России по Тверской области состоялась традиционная встреча руководства территориального подразделения МЧС России Верхневолжья и представителей региональных средств массовой информации. Подробности в нашем сюжете. Руководители территориального подразделения МЧС России по Тверской области отметили, что год был интересным, но сложным. Самым трудным периодом был пожароопасный сезон. В Тверской области за последний год было свыше 3000 пожаров, в том числе 800 пожаров, где погибло 120 человек. Травмировано было более 50 человек. Снижаются показатели по количеству пожаров в жилье, погибели людей, что очень положительно. Является положительным моментом. Снижаются показатели погибели людей на водных объектах. Незначительно, но тем не менее снижение. В целях подготовки к предстоящим праздникам главным управлением сформированы перечни задействованных объектов. На всех объектах проведены профилактические мероприятия. Новый год – это традиционное время использования пиротехнических изделий. У нас определены перечни мест их продажи. Все эти перечни мест сформированы, проводятся уже на данный момент, ну не сказать, что проверки, но совместные с сотрудниками органов внутренних дел выезды на данные объекты. В целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий будут задействованы все сотрудники Государственного пожарного надзора по Тверской области. Следует отметить, что начало следующего года знаменует долгожданные крещенские купания. Традиционные купания в проруби, которые давно стали неотъемлемой частью русской культуры, соблюдают не только православные христиане, но также спортсмены и просто любители адреналиновых развлечений. Поэтому руководство территориального подразделения МЧС России в Верхневолжье всем желающим рекомендует ответственно подходить к этому делу. Самое главное, чтобы у нас не было стихийных купаний. Все места купания официальные будут доведены, уже вопрос этот прорабатывается в муниципальных образованиях. В городе Твери традиционное место у нас будет около речного вокзала, поэтому необходимо соблюдать все те безопасные меры и ни в коем случае людям не купаться в неустановленных местах. В конце встречи заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области по государственной противопожарной службе Николай Клементи уделил специальному транспорту. Жителям рекомендуется внимательнее быть на дорогах, соблюдать не только правила дорожного движения, но и пропускать машины со специальными сигналами.